27 сентября в музее живописи Валентина Сидорова открылась выставка работ монахини Марии Антич. Союз православных предпринимателей и Общественная палата Твери организовали проведение уникальной выставки работ монахини из православного монастыря в Хорватии, расположенного на месте массового геноцида православных сербов в концлагере Ясеновец. Каждая работа матушки имеет под собой конкретную историю трагедии, о которой рассказали исследователи этого вопроса, священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии и Алексей Пичугин, ведущий федеральных программ «Радио Вера», которые специально приехали на открытие, а также для проведения лекций и экскурсий для тверских студентов и старших школьников. Их убили просто потому, что они были обычными людьми, отличавшимися по мировоззрению, по взглядам, по вере от людей, которые считали как правильно в то время. Необычные картины Марии Антич, выполненные в наивно иконописном стиле, известны всему миру. Так альбомы с их репродукциями раздавали в качестве подарков во время марша живых в Освенциме. Монахиня Мария создает свои работы по благословению епископа Пократско-Славонского Иоанна, который на протяжении многих лет работает над тем, чтобы истина о геноциде сербов в Ясеновце стала известна широкой общественности. Почему мы обратили свое внимание на эту тему? Во-первых, потому что ясеновские новомученики прославлены не только в Суоми, Сербской православной церкви. И открыв эту выставку, мы хотели бы показать, что так получилось, что именно в данный момент мы живем в настоящем учебнике истории. И пока мы будем помнить о том, что происходило, есть большая вероятность того, что это не повторится. В рамках проведения выставки будут организованы лекции по истории усташского геноцида сербов на территории националистического независимого государства Хорватия в годы Второй мировой войны. Лекции проведет исследователь вопросов Второй мировой войны и хорватского геноцида священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии Русской православной церкви. Настоящая тема раскрывает малоизвестные факты Второй мировой войны. Наша выставка проходит в формате знакомства с картинами, с историческими книгами на эту тему, с современными историческими фотографиями. И мы бы хотели видеть на ней в основном молодое поколение, то есть наших студентов города Твери, высших учебных заведений, может быть, людей старших классов, которые сейчас могли бы это воспринять. Всех желающих, кому не безразлична тема человеческой жизни, вообще человечности, христианства и, конечно же, мученичества в Христе.